В США были шокированы тем, кто будет управлять страной после предвыборных дебатов между действующим президентом Байденом и экс-президентом Трампом, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сообщает ТАСС. Как же надо было обманывать свою аудиторию, чтобы сейчас, 3 недели назад, когда состоялись эти самые предвыборные дебаты, а я не могу это назвать дебатами, вот этот час политического задора между Трампом и Байденом, США пришли в ужас. Вы понимаете, в ужас пришли от того, кто управляет их страной и принимает решения, сказала она. Дипломат отметил, что во время дебатов даже американцы не поняли, что говорил Байден. Там начало фразы было про одно, а заканчивал он про другое. И это человек, у которого ядерный чемоданчик, ядерная кнопка, который бесконечно штампует санкции, который поставляет десятки, переходящие за сотни миллиардов долларов на разжигание конфликта в центре Европы и бесконтрольно поставляет колоссальное количество оружия, которое никто не знает, где всплывет, а всплывает оно уже на Ближнем Востоке, пояснила Захарова.